Доброго времени суток, господа мариманы. Я представляю новую свою работу ISPS код 2013 года, которая выполнена в двух форматах: Word и PDF. Word формат редактируемый по аналогии с предыдущей работой. Для наглядности откроем часть B и показываю, что это работа, ну, например, я вытираю эти правила. Закрываю. Не сохранять. Кодекс OSPS в PDF запаролен. Часть А. И будет распространяться с аудитами. Я сейчас работаю над новым уроком. Аудит OSPS. Сейчас я демонстрирую консоль слева, навигация, консоль навигации. Правило 15 открываю. И этот кодекс будет входить в библиотечку к этому аудиту. Но там будут только PDF формат. Кому нужен отдельно этот кодекс, можно будет заказать и скачать. Welcome to my homepage на YouTube. Опять открываем часть B, демонстрируем консоль. Все, в общем-то, то же самое. Правило 5. Вот правило 5. И Word. Английский Word. Будьте любезны. Закрываю. Закрываю папку. Спасибо за внимание. И следующий, напомню, что следующий урок будет выкладываться. Второй урок из видеокурса Surveys and Audits. Аудит по ISPS. Когда проводится, что проводится, кем проводится, что спрашивается и как защищаться.